Планируется, что со 2 августа 2022 года, перенимая требования директивы о балансе личной и рабочей жизни, изменится продолжительность отцовского отпуска и условия выплаты родительского пособия, а также будет введен отпуск по уходу. Отпуск по уходу – отпуск для рабочего, который может быть использован для личного ухода или поддержки родителей, детей, братьев и сестер или человека, проживающего в том же домохозяйстве, который нуждается в существенном уходе или поддержке по серьезным медицинским причинам. В семье Сергея живет и его мама. Состояние здоровья матери ухудшилось, и ей требуется временный уход. Женщине нужно регулярно давать лекарства и заботиться о ней до тех пор, пока она снова не сможет делать это самостоятельно. Директива предусматривает, что в такой ситуации Сергей сможет воспользоваться правом на 5-дневный отпуск по уходу. Сестра Сергея, которая живет в Цессисе, также сможет воспользоваться этим отпуском, чтобы помочь своей матери. Жена Сергея также сможет взять этот отпуск, так как мама Сергея живет с ними. Это Катя. Она живет со своим крестным, Петром, у которого тяжелая форма инвалидности. Раз в четверть Катя помогает крестному добраться до семейного врача. Катя знает, что она будет иметь право на отпуск по уходу в соответствии с директивой и сможет использовать один рабочий день в четверть, чтобы помочь своему крестному. Имей в виду, у тебя будет право на отпуск по уходу в размере 5 рабочих дней за календарный год. Видео профинансировано программой Европейского Союза «Права, равенство и гражданство».